Настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Ангарска отец Владимир осветил пасхальные куличи. Вкусную выпечку с цукатами, изюмом и шоколадными каплями от компании «Каравай» можно приобрести в торговых точках Ангарска. Посещение священнослужителями старейшего предприятия Ангарска в канун Пасхи работники ждали с нетерпением. 27-й раз вот, мы освещаем опару на каравае, и это стало уже доброй традицией, которая, кроме всего прочего, мне кажется, служит к тому, чтобы немножечко пробудить чувство живой теплой веры в тех, кто трудится, в тех, кто сопряжен с самым, может быть, важным на земле, с хлебом. Настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Ангарска провел службу в честь предстоящего праздника – Светлой Пасхи. Отец Владимир благословил не только сотрудников на добрый труд, но и сырье для приготовления куличей на предприятии. Для нас это еще и святой праздник, я думаю, для всех, в принципе, жителей, да, это благословенный праздник. Конечно, он соприкасается и с тяжелым трудом. Мы делаем очень много куличей, около 100 тонн. В этом году продукцию ангарского предприятия будут реализовывать в 5 регионах страны. Для своих покупателей компания расширила линейку пасхальной продукции особыми куличами, доступными в фирменных магазинах.